Христа хочу стоять, созерцать душою, как столбов и благодать, мир течет рекою. У Христа, честь моя и слава, там спасение. Приветствую вас, дорогая церковь, дорогие братья и сестры, любовью Господа нашего Иисуса Христа. Сегодня у нас 17 апреля, пятница, и уже прошло 1987 лет, как произошло нечто великое, прекрасное для всего человечества. То, чего мы не могли достичь сами по себе, чего нельзя купить ни за какие деньги. Это искупление всего мира, прощение всех грехов, абсолютно всех людей на земле, которые были, есть и будут. Господь по своей великой любви подарил это прощение каждому, без исключения, и наше право, принимать его или нет. В этот день произошло очень много событий, которые связаны с Иисусом Христом, и мы вместе с вами перечислим их по хронологическому порядку, как они были, но более посмотрим на события распятия Иисуса Христа и что для нас это значит. Итак, пятница для Иисуса Христа началась с того, что Его предали, Его арестовали и рассеялись Его ученики. Эти события, они описаны в Евангелии от Матфея, Евангелии от Марка, от Луки и от Иоанна. В этих текстах говорится о том, как Иуда предал Христа, он его поцеловал. В культуре Среднего Востока поцелуй был знаком почтения, проявлением глубокого уважения и любви. Так вот, таким образом, таким действием Иуда еще более подчеркивает свое предательство по отношению к Иисусу Христу. Он поступает лицемерно. А Иисус все видел, Он все понимал и знал, что Его оставят ученики, и вот все это Иисус начал испытывать на себе в полночь перед первым пением петухов. И мы, зная о том, кто есть Господь и что Он может сотворить по одному слову Своему, видим, как Он смиренно идет на крест вместо нас. Он сам свидетельствует, говоря Петру в 53 стихе 26 главы Евангелия от Матфея: «Ты думаешь, я не могу теперь умолить Отца моего, и Он представит мне более, нежели 12 легионов из ангелов». Чтобы мы понимали, один римский легион состоял из 6 тысяч солдат, следовательно, 12 легионов – это 72 тысячи ангелов. Следующее событие, которое происходило с Иисусом в пятницу – это суд.
Их было несколько. Над Иисусом производили два суда. Один был еврейский, второй был римский. Давайте посмотрим на первые суды, еврейский. В нем было три этапа. Первый этап – вначале Иисуса представили перед Анной. Об этом нам свидетельствует апостол Иоанн в 18 главе, 13 и 14 стихи. Вторым этапом для Иисуса было предстать перед Каифой. Об этом мы можем прочитать во всех Евангелиях и Священного Писания. От Матфея, от Марка, от Луки, от Иоанна. Между вторым и третьим этапом еврейского суда было еще одно событие – это отречение апостола Петра. О нем также говорят евангелисты Матфей, Марк, Лука и Иоанн. И третий этап – это Иисус перед Синедрионом. Об этом событии нам говорят Матфей, Марк и Лука. Над Иисусом смеялись. Одни кричали «повинен смерти», другие плевали в него и били полонитом, но он молчал. Сначала его повели к Анне, потом к Каифе и представили перед Синедрионом. И все они искали лжесвидетелей, чтобы было в чем обвинить Иисуса Христа и предать его смерти. И нашлись два лжесвидетеля, которые обвинили его в том, что он говорил: «Могу разрушить храм Божий и в три дня создать его». Обвиняя Иисуса в этом, они открыто заявляли о том, что не понимали смысла слов Иисуса Христа. А истинный смысл этих слов говорит нам о том, что смертью и воскресением Христа Он создал Церковь в Себе Самом. Тело Его есть Церковь. Сами ученики поняли это только после воскресения Иисуса Христа, а местом поклонения Богу являются наши сердца. И Он хочет, чтобы мы поклонялись Ему в Духе истине, ибо таких поклонников ищет себе Бог. Дальше Петр отрекается от Иисуса, говоря: «Я не знаю сего человека». Он клялся и божился, но, встретившись с Иисусом глазами, Петр вспомнил слова Господа, как он сказал ему: «Прежде, нежели пропоет петух, трижды отречешься от меня». И, выйдя вон, плакал горько. Петр раскаялся. Вот его истинное лицо, не в отречении, а в покаянии. Это событие нам всем говорит о нашей собственной немощи, но также и о любви Христа к нам и Его милости. Ведь Христос молился Отцу за учеников Своих и просил Его о них, хотя знал, что все соблазнятся о Нем. Следующим событием в этот день было самоубийство Иуды. Оно описано в Евангелии от Матфея, 27 главе, с 3 по 10 стихи. И следом, также после трех этапов еврейского суда, Христа ждал римский суд, который также состоял из трех этапов. Первый этап – это Иисус перед Пилатом. О нем нам говорят евангелист Матфей, Марк, Лука и Иоанн. Вторым этапом – это Иисус перед Иродом Антипой. О нем нам говорит евангелист Лука в 23 главе 7 по 12 стих. И третьим этапом римского суда – это вновь Иисуса представили перед Пилатом и предание Иисуса Христа на распятие. Об этом нам говорят также в Евангелии о Священном Писании, Евангелие от Матфея, от Марка, от Луки и от Иоанна. И следом после двух судов Иисуса ожидало издевательство римских солдат, путь на Голгофу и распятие. Давайте мы вместе с вами прочтем один текст из Священного Писания, Евангелие от Матфея, 27 глава. Иисус же стал перед правителем и спросил его правитель: «Ты царь иудейский?» И Иисус сказал ему: «Ты говоришь». И когда обвиняли его первосвященники и старейшины, он ничего не отвечал. Тогда говорит ему Пилат: «Не слышишь, сколько свидетельствуют против тебя?» И не отвечал ему ни на одно слово. Так что правитель весьма дивился. На праздник же Пасхи правитель имел обычай отпускать народу одного узника, которого хотели. Был тогда у них известный узник, называемый Варава. Итак, когда собрались они, сказал им Пилат: «Кого хотите, чтобы я отпустил вам, Вараву или Иисуса, называемого Христом?» Ибо знал, что предали его из зависти. Между тем, как сидел он на судейском месте, жена его послала ему сказать: «Не делай ничего праведнику тому, потому что я ныне во сне много пострадала за него». Но первосвященники и старейшины возбудили народ просить Вараву, а Иисуса погубить. Тогда правитель спросил их: «Кого из двух хотите, чтобы я отпустил вам?»
они сказали: «Вараву!» Пилат говорит им: «Что же я сделаю Иисусу, называемому Христом?» Говорят ему все: «Да будет распят». Правитель сказал: «Какое зло сделал он?» Но они еще сильнее кричали: «Да будет распят!» Пилат, видя, что ничего не помогает, но смятение увеличивается, взял воды и умыл руки перед народом и сказал: «Не виновен я в крови праведника сего, смотрите вы!» И, отвечая, весь народ сказал: «Кровь его на нас и на детях наших». Тогда отпустил им Вараву, а Иисуса, бив, предал на распятие. Тогда воины правителя, взяв Иисуса в преторию, собрали на него весь полк и, раздев его, надели на него багряницу. И, сплетши венец из терна, возложили ему на голову и дали ему в правую руку трость. И, становясь перед ним на колени, насмехались над ним, говоря: «Радуйся, царь иудейский!» И плевали на него, и взяли трость, били его по голове. И когда насмеялись над ним, сняли с него багряницу и одели его в одежды его и повели его на распятие. Выходя, они встретили одного киринеянина по имени Симона. Сего заставили нести крест его, и, придя на место, называемое Голгофа, что значит «лобное место», дали ему пить уксуса, смешанного желчью, и, отведав, не хотел пить. Распявшие же его делили одежды его, бросая жребий, и, сидя, стерегли его там. И поставили над головой его надпись, означающую вину его: «Сеес Иисус, царь иудейский». Тогда распяты с ним два разбойника, один по правую сторону, а другой по левую. Проходящие же злословили его, кивая головами своими и говоря: «Разрушающий храм и в три дня созидающий, спаси себя самого, если ты Сын Божий, садись со креста». Подобные первосвященники с книжниками, старейшинами и фарисеями, насмехаясь, говорили: «Других спасал, а себя самого не можешь спасти. Если он царь Израилев, пусть теперь сойдет со креста, и уверуем в него. Уповал на Бога, пусть теперь избавит его, если он угоден ему. Ибо он сказал: «Я Божий Сын». Тогда же и разбойники, распятые с ним, поносили его. От шестого же часа тьма была по всей земле до часа девятого. Около девятого часа возопил Иисус громким голосом: «Или, или, лама савахфани», то есть: Боже мой, для чего ты меня оставил?» Некоторые из стоявших там, слыша это, говорили: «Илью зовет он». И тотчас побежал один из них, взял губку, намочил уксусом и наложил на трость, давал ему пить. А другие говорили: «Постой, посмотрим, придет ли Илья спасти его». Иисус же, опять возопив громким голосом, испустил дух. И вот завеса в храме разорвалась надвое сверху донизу, и земля потряслась, и камни расселись. И гробы отверзлись, и многие тела усопших святых воскресли. И, выйдя из гробов по воскресении его, вошли во святой град и явились многим. Сотник же и те, которые с ним стерегли Иисуса, видя землетрясение, и все бывшие, устрашились весьма и говорили: «Воистину, он был Сын Божий». Так, значение смерти Иисуса Христа. Своей смертью Иисус Христос совершил спасение грешников в полной мере. Этого нельзя передать одной или двумя фразами. Однако глубокий смысл этого события можно выразить с помощью нескольких понятий: почему и для чего умер Христос. В Писании мы находим следующее, четыре основных ответа на этот вопрос. Первое. Он умер вместо грешников. Второе. Своей смертью он искупил наши грехи. Третье. Своей смертью он примирил Бога и человека. И четвертое. Он стал жертвой умилостивления для Бога, испив всю чашу гнева его. Упустить из виду какую-либо из этих истин и не обратить на нее должного внимания, значит исказить учение Библии. Мы должны прежде всего понять эти основные факты, поскольку именно они указывают на вечный и спасительный смысл смерти нашего Господа Иисуса Христа. Итак, первый фактор. Смерть Христа является заместительной, то есть вместо грешника. Это означает, что Христос пострадал вместо нас. Находясь на нашем месте, Он расплатился за наши грехи. Мы читали с вами о событии, которое говорит нам о том, что есть Иисус Христос праведник и был узник по имени Варава. Этот человек заслуженно должен был пойти на крест.
но вместо него на крест пошел Иисус Христос. Эта истина провозглашает о том, что все мы достойны были только лишь одного – это смерти. Но Иисус Христос принял эту смерть вместо нас. Писание вполне определенно говорит об этом. Несколько мест из Писания. Это 1 Иоанна, 3 глава, 5 стих. «Он явился для того, чтобы взять грехи наши, и что в нем нет греха». 2 Коринфянам, 5 глава, 21 стих. «Не знавшего греха, он сделал для нас жертву за грех». Исаия, 53 глава, 5 стих. «Господь возложил на него грехи всех нас». Римлянам, 5 глава, 8 стих. «Христос умер за грехи наши». 1 Петра 2:24. «Он грехи наши сам вознес телом своим на древо». 1 Петра 3:18. «Пострадал за грехи наши праведник за неправедных». Таким образом, смерть Христа – это не просто сочувственные страдания, но заместительная смерть непорочного Агнца Божьего за грехи всех людей. Второе. Смерть Христа является искуплением, выкупом за грехи. Слово «искупить» или «выкупить» означает освободить кого-либо, например, плененного заложника, должника из долгового рабства, уплатив за это необходимую цену. Искупление в Ветхом Завете совершалось через жертвоприношение. В результате жертвоприношения происходило внешнее очищение, очищение тела. Это искупление совершал священник. Искупление совершалось через жертву. И искупление наступало сразу же и полностью. Грешник ничего не прибавлял к этому. Искупление же в Новом Завете совершено Иисусом Христом через Его смерть на кресте. Это искупление является единократным и вечным, то есть полным и законченным. В отличие от жертвы Ветхого Завета, жертва Иисуса Христа касается всего естества человека, очищая в первую очередь его внутреннюю сущность. Это искупление совершил Иисус Христос, истинный первосвященник. Искупление совершено через единократную жертву Христа, истинного Агнца Божьего. Итак, результат этого искупления. Первое. Грехи людей прощены Богом через жертву Иисуса Христа. Лука 1 глава 77 стих. Спасение в прощении грехов их. Деяния 13 глава 38 стих. Ради Его возвещается вам прощение грехов. Римлянам 4:7. Блаженны, чьи беззакония прощены. Ефесянам 4:32. Бог во Христе простил вас. 1 Петра 2:24. Он грехи наши сам вознес телом своим на древо, чтобы мы, избавившись от грехов, жили для правды. Второе. Род человеческий выкуплен из рабства греха. Первое. От греха, как от силы, рабом которой человек является от рождения. Дальше. Он выкуплен от следования ценностям и мнению этого общества. Галатам 1:4. Давшего себя за грехи наши, чтобы избавить нас от настоящего лукавого века. Галатам 6:14. Крестом Христа мир распят для нас, и мы распяты для мира. И 1 Петра 1:18. Были искуплены от суетной вашей жизни, унаследованной от отцов. Третье. Род человеческий выкуплен от царства сатаны. Колоссянам 1:13-14. Который избавил нас от власти тьмы. Также вторая глава, послание к Колоссянам, 14-15 стихи. «Обезоружив начало и власти, Он выставил их на показ, восторжествовав над ними на кресте». И Евреям 2:14-15. «Христос стал подобным нам, чтобы смертью Своею лишить власти дьявола и освободить нас, находившихся в рабстве». Так Христос искупил людей для Себя, для живого Господа Иисуса Христа. Римлянам 7 глава 4 стих. «Дабы принадлежать нам другому из мертвых воскресшему». 1 Коринфянам 6 глава 19-20 стихи. «Вы себе не принадлежите, ибо вы куплены дорого». Деяния 20 глава 28 стих. «Церковь Божию, которую Он приобрел себе кровью Своей». И Римлянам 14 глава 9 стих. Для того Христос умер и ожил, чтобы стать Ему Господом и над мертвыми, и над живыми.
Третье. Смерть Христа является примирением. Мы читали с вами о том, что завеса в храме разодралась. Это свидетельствует нам о том, что Бог теперь стал доступен всем путем новым и живым. Через смерть Христа Бог примирился с миром. 2 Коринфянам 5 глава 18-20 стихи. Все же от Бога, примирившего нас с собою через Христа. Колоссянам 1 глава 19-20 стихи. Благоугодно было Отцу посредством Его примирить с собою все, умиротворив через Него кровью креста Его и земное, и небесное. И четвертое. Смерть Христа является умилостивлением. Умилостивить значит отвратить гнев с помощью подарка, либо же жертвоприношения. Гнев Божий – это не мстительное чувство, это ненависть к человеческому греху. Умилостивление гнева Божьего – это не месть, но торжество справедливости. Поэтому Бог отдает в жертву за грех мира своего Сына Иисуса Христа. В Писании много говорится о гневе Божьем. И в первом послании от Иоанна, во 2 главе, 2 стихе говорится, то есть Иисус Христос есть умилостивление за грехи наши. Он не назван умилостивителем, что допускало бы и другие возможности жертвы, кроме самого Господа. Но только Господь мог принести в жертву себя, и Он это сделал. Ему вовеки слава, честь, хвала и поклонение нашему Отцу и Сыну и Духу Святому. Аминь.